Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, а вы на канале Пестрецов Шоп. И сегодня у нас распаковочки. Вот такой вот интересный плед флисовый, который я заказывал в магазине Wildberries. Что ж, давайте мы его распакуем и посмотрим. Но он у нас не один. У нас их два. Два разных цвета. Ну что же, поехали! Так, давайте посмотрим вообще, что это такое. До этого я никогда не заказывал что-то подобное вообще. Упаковка у нас, по сути, идет в обычной бумаге. Так, второй я пока откладываю. Давайте мы посмотрим. А давайте, знаете чего? Давайте мы прочитаем сначала описание про него, посмотрим, что пишет нам продавец. Так, поехали. Описание. Мягкий флисовый плед, который создает атмосферу уюта и помогает расслабиться. Однотонный плед из флиса отлично подойдет для домашнего отдыха на пикнике, прогулке или в путешествии. Закутавшись в плед из флиса, вам будет тепло и комфортно. Подарите флисовое одеяло близким на новоселье или значимую дату. Предметы декора и домашнего обихода всегда будут актуальны. Плед можно использовать как флисовое покрывало на кровати, пользоваться им как одеялом или хранить в шкафу и брать его с собой в поездке. Флисовый плед станет отличным приобретением в кафе, кальянную, ресторан, в летнюю веранду для обеспечения посетителям комфорта. Мягкий, но плотный флис не вызывает аллергии и не имеет неприятного запаха. Для сохранения внешнего вида и свойств рекомендуется стирать плед при 30 градусах Цельсия в стиральной машине без использования отбеливающих средств и машинной сушки. Плед не выгорает на солнце, не меняется, быстро сушится, станет отличным дополнением в любом интерьере. Так, ладно. Так, что у нас тут? А у нас тут плед флисовый 110 на 150 сантиметров. Материал очень приятный, такой прям бархатистый на ощупь, 100% полиэстер. Что ж, давайте посмотрим у нас второй цвет. Второй цвет у нас, соответственно, такой бежевый. Это более такой кремовый. Вот. Но так как у меня здесь стоит цветное, абсолютно такой свет цветной, очень сложно понять. Так, давайте я немножко красный выключу, чтобы было понятно. Синий я немного оставлю. Так, что мы тут видим? Вот он такой вот флисовый плед. Он очень мягкий. Тут, собственно говоря, у нас тоже 110 на 150. Я даже не знаю, что вам тут показать. Ну, плед и плед. Наверное, толщину материала могу показать. То есть вы можете сами как бы судить. Здесь, если вот так вот не соврать, этим мы просто вот не сильно прижмем. 1 миллиметр толщина. Толщина вот один материал, 1 миллиметр. Довольно-таки такой воздушный. Упакован достаточно интересно. Просто свернут в тубус. Достаточно тоненький. Но он очень теплый, как будто, знаете, я трогаю шерсть. Вот. В принципе, знаете, вот чтобы полежать, укрыться с пледиком, я думаю, что самое оно подойдет. Вот, наверное, это все, что я хотел здесь показать. Можете сравнить его по цвету с другим. Так что, друзья, ну что же, смотрите за нашими новыми видео. Всем спасибо и до новых встреч. Пока!